Всех приветствуем, друзья! Ранее мы уже рассказывали про керамическую смазку в тубе, специально для сейлинблоков, а также керамический карандаш. Сегодня мы расскажем про керамическую смазку аэрозоль. В первую очередь мы создавали эту смазку для привалочных поверхностей. Одной из таких поверхностей является привалочная поверхность тормозного диска. Кстати, если распылять состав на колесный диск, то рабочая поверхность тормозного останется чистой. Обычно для этого узла используют медную смазку. Однако у нее есть один существенный недостаток – это появление электрохимической коррозии. Мы оставим ссылку в описании, можете посмотреть подробнее. Керамическая смазка не имеет такого недостатка, так как она является химически нейтральной. При использовании этой смазки на алюминиевых, стальных и других соединениях не возникнет окислов, а значит соединение не прикипит. Конечно же, мы смотрели на рынок. И сейчас мы вам покажем сравнение с продуктами, которые уже продаются. Давайте проведем тест на укрывистость. Для этого мы используем палец и полосу от смазки. Посмотрите, на смазке не появляется просветов. Это значит, что смазка имеет очень хорошую укрывистость, даже больше похожа на краску. Второй образец производства Германии. Видны сильные просветы и большие кратеры. Смазка распределяется неравномерно. Третий образец производства Бельгии. Показал средние результаты между первым и вторым. Как видите, первый образец, Валера, показал самый лучший результат. Лучшие укрывистые смазки дают большую герметизацию соединения, а значит защиту от коррозии. Нас часто спрашивают, можно ли использовать керамическую смазку вместо медной при сборке выхлопной системы. Да, керамическая смазка работает до 1500 градусов. Как такое возможно, если температура плавления стали 1400 градусов? Давайте посмотрим. Нанесем керамического Валеру на металлическую пластину. С помощью газовой горелки нагреем смазку до 1000 градусов. При температуре выше 1000 градусов органическая часть выгорает. Остается керамический наполнитель, который как раз таки и будет являться разделительным слоем до 1500 градусов. В данном случае смазка не почернела и не обуглилась. Керамическая смазка в аэрозоле универсальна. Ее также можно использовать для обработки крепежа, например, редко обслуживаемых резьбовых соединений, как этот развальный болт. Этот болт был обработан медной смазкой и поэтому подвергся коррозии. Эта смазка обладает очень высокой адгезией, то есть липкостью. Она спокойно переживет попадание на нее воды и не смоется. Аэрозольной смазкой будет удобно покрывать большие поверхности. Обладает антикоррозионными и диэлектрическими свойствами. Попробуйте аэрозольную керамическую смазку Валера вместо медной, и вы приятно удивитесь.